Приветствую вас. Вот, знаете, у меня возникло такое чувство, когда я читал ваш текст, у меня возникло такое чувство, что вы очень мягкий человек. А если я прав, и вы действительно мягкий человек, то ничего удивительного в том, что, ну, вам, мужчина, изменяет, нет. Потому что мягкость, она, в общем-то, ни до чего хорошего не доводит. Вот. Если вы если вы ведете себя не как женщина, да, если вы ведете себя попустительски по отношению к, ну, к мужу, да, вот, к своему, вот. Ну, ситуация, в общем и целом, она такая. Вот. Понимаете? Какая штука. И, в общем-то, в этом нет ничего такого, необычного. Мужчине не хватает, по-видимому, от вас женственности. Мужчине не хватает от вас именно вот не сексуального поведения, а именно вот, ну, более такого поведенческого аспекта. Вот. И в общем, это вполне себе нормальная история, вот, на мой взгляд, по крайней мере. Понимаете, какая штука? Так что, в первую очередь, я бы, наверное, вам предложил пересмотреть свое поведение, свое отношение к себе, вот, свое отношение к тому, как вы себя ведете, свое отношение к тому, что вы делаете, свое отношение к своим интересам собственным, да, свое отношение к тем, может быть, вещам, которые вы делаете, да, то есть я имею в виду, например, ваши жизненные интересы, ваша реализация, вот, ваше развитие, ну, в общем, что-то помимо семьи и детей, вот. Понимаете? Может быть, проблема заключается в чем-то еще. Может быть. Проблема заключается в чем-то еще. Я не знаю, в чем. Не могу сказать, в чем. Потому что слишком мало информации. Вот.
Но думаю, что если, скажем так, задаться целью, если задаться целью, то можно, безусловно, можно разобраться в том, почему это происходит. И тут даже, знаете, тут даже дело не только вот в том, почему это происходит, сколько в том, что вы с этим будете делать дальше. То есть вам муж изменяет, вы вместо того, вы вам муж изменяет, вы от него не уходите. Вы как бы продолжаете с ним быть в отношения. И что это, как вот, допустим, не обесценивание себя, не обесценивание своих эмоций, не обесценивание своих чувств, своей личности, своей женственности. Мне сказать сложно. Вот. И пока вашему мужу нет, судя по всему, абсолютно никакого резона что-либо менять. Ну, ему этого не хочется. У него нет мотива это делать. У него нет мотивов что-либо менять в своей жизни. У него есть все, у него есть вы, у него есть возможность изменять, и он, скорее всего, знает, что вы никуда от него не денетесь. Так он, по крайней мере, думает, судя по тому, как он себя ведет. И, соответственно, вопрос заключается в том, что вы будете делать с этим дальше. Вот, вы можете либо выйти из этих отношений, вы можете либо продемонстрировать своему мужу, что терпеть это вы больше не будете, вы можете продемонстрировать это своему мужчине. Вот. Либо вы можете, в принципе, оставить все как есть и продолжать пытаться доказывать что-то, продолжать пытаться убеждать его в чем-то. При том, что ему ваши убеждения ему не нужны. Он все знает прекрасно сам, вот. И да, человек стыдится того, что он делает, да, человек стыдится, человек агрессирует, у человека есть такой вот, такое есть внутреннее противоречие у человека, есть внутренний, на мой взгляд, конфликт, вот который, ну, его никак не оправдывает, который его никак не красит, и который, в общем-то, не делает ничего в этой ситуации. К сожалению. Вот. Поэтому, да, любви здесь нет.
есть любовь, если, если любовь и осталась, то ее крайне немного осталось любви. Вот, и без анализа вот хотя бы вашего поведения, без анализа хотя бы ваших позиций, ну, ситуация не изменится. Вот. Опять же, измены — это следствие некоторых проблем, измены — это следствие наличия системных проблем. В отношениях. И если вы хотите с этим разобраться, то очень желательно, чтобы с этим разобраться, очень желательно поисследовать ваши отношения, вот, и посмотреть, когда это началось, с чего это началось, это говорит, что это началось с рождения вот второго ребенка, вы сказали. Но я думаю, что это началось раньше. Вот. Ну, я так думаю, что это началось раньше. Я думаю, что это началось до рождения ребенка. Еще. Вот. Почему я так считаю? Потому что такие проблемы, они очень редко бывают вот вдруг. Такие проблемы, они не бывают вдруг практически никогда. И для мужчины это уже такое привычное достаточно поведение. Самое страшное в этом то, что человек допускает, что вам можно изменить. И вот это, наверное, самое страшное, потому что вы, по сути, для него не являетесь ценностью. Он вас не ценит, судя по тому, что вы говорите, судя по тому, что вы пишете. Понимаете, какая штука. И вот за это, за то, что он вас не ценит, а вот за это ответственны вы. Только вы ответственны за то, что человек вас не ценит. Это полностью ваша ответственность, это полностью результат ваших действий, это полностью следствие ваших решений. Вот, ну, может быть, не всегда каких-то вот правильных, да, вот, может быть, не всегда адекватных, может быть, не всегда корректных, вот, но, тем не менее, это следствие того, что делали вы. И, соответственно, нужно посмотреть, нужно поисследовать, что именно вы делали и продолжаете делать не так, что вы находитесь в этой ситуации, что вы страдаете и так далее. Вот.
Тут же еще нужно понимать, что страдает не только вы, но и страдает, собственно, ваш ребенок страдает тоже от этого. А ваши дети страдают от того, что происходит. Ведь вы же ссоритесь с папой, да, вы же, ну, с их папой. А вы же пытаетесь что-то до него, тогда, до отца вы пытаетесь что-то донести, вот, а он обвиняет вас, понимаете? В общем и целом, я надеюсь, смог до вас донести мысль о том, что ваши отношения переживают кризис, и сейчас из этого кризиса, поскольку я уверен, что ваш муж не хочет ничего сейчас делать, да, ваш муж не хочет ничего исправлять, ваш муж не хочет ни на чем работать, его, в принципе, все устраивает, вот, я уверен, что вам нужно самой брать ситуацию в свои руки и самой защищать свои интересы, которые кроме вас никто не защитит, хотя брать своих детей. Вот. И в первую очередь это та самая мягкость, о которой я говорил. Если я прав, да, и вы действительно очень мягкий человек, если я в этом прав, то вам в первую очередь нужно научиться говорить «нет», проявлять жесткость, вот, и больше, вот непосредственно в большей степени работать с личной ответственностью, вот, чтобы не полагаться на кого-то в своей жизни, в своей сфере жизни. Вот так, я надеюсь, ответил вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.